Добро пожаловать на G-Drive Arena в Омске. Болельщики подтягивают у авангарда. Так сходу. Ну, слушай. Тут великолепно разбирается Николишин, и Гуляев таки забрасывает вторую шайбу. Ну вот та игра, тот хоккей, которого ждут болельщики, прежде всего, авангарда. Такой комбинационный, атакующий. И великолепно разыграли все, а мячи порадовали своих болельщиков. Ну и посмотрим, почему так получилось. Да, комментаторов-то как порадовали. Конечно, эмоция даже Друков тут командует партнерами. Да, устали они, что Каблуков, что Муранов уже. Да. И там же постоянно двигаются, выкатываются. Ждут и дожидаются! Броска от Рида Буше с отскоком от штанги залетает. Шайба в ворота, 2-0. Да, великолепно все разыграли. Буше очередной раз продемонстрировал свой пас на месте защитника. И 3-0, пожалуйста. И Губнов добивается своего. Да, так подминает сейчас своими активными действиями, а мячи вновь находят свободного игрока.